Первое. Но если влияет, то скажите, в каком вопросе влияет? Я точно Мединвест никогда на меня не влиял и влиять не будет. И я скажу, что некоторые решения принимаются не в пользу Мединвеста относительно вот того законопроекта 62.10, который был проголосован Верховной Радой, был поддержан депутатом Олегом Валерьевичем Ляшко. Он как раз был проголосован не в пользу Мединвеста. Если бы, соответственно, законопроект не был принят, то Мединвест мог бы оформить нулевую плату на землю и, соответственно, не платить 200 миллионов на протяжении какого-то периода. Но было принято другое решение. И это было инициировано мной, это решение, Олег Валерьевич внес в Раду, это был законопроект проголосован. Отвечая по поводу моего взаимодействия с Мединвестом. Мы с Мединвестом все время в конструктивном диалоге, это правда, потому что Мединвест сегодня действительно помогает очень много городу и социально активен. И на площадке Фонда развития Мариуполя он принимает достаточно активную роль в развитии города Мариуполя и определенный финансовый ресурс всегда выделяет на очень такие, на мой взгляд, знаковые проекты для города. Если говорить о моей супруге, я очень рад, что она в такое непростое время для своего супруга приняла решение и пошла на работу. Это очень хорошо. Она по образованию финансист и работает в финансовом департаменте и занимается очень важными проектами для группы Мединвест. Точно. Слава Богу, то, что есть такая возможность супруге работать и получать достойную заработную плату и платить, самое главное, налоги в соответствии с действующим законодательством.